России по Краснодарскому краю образован 29 августа 2001 года. В центре проводят подготовку сотрудники спецподразделений практически всех силовых ведомств. Вашему вниманию представлены показательные выступления сотрудников подразделений ВАРС, город Волгоград, Рубеж, город Ставрополь, Штурм, город Ярославль. Бойцы спецназа показывают вам свои профессиональные навыки ведения рукопашного боя, владения своим телом и огнестрельным оружием. Отдел специального назначения ВАРС УСИН России по Волгоградской области создан 13 марта 1991 года. За время своего существования личный состав отдела успешно выполнил на него задачи как по месту дислокации, так и на территории Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации. 18 бойцов отряда специального назначения ВАРС за мужество и отвагу боевыми орденами и медалями, 57 наградами. Отдел специального назначения «Рубеж» УСИН России по Ставропольскому краю был создан 10 января 1992 года. С момента создания отдела и подразделения провели более 50 специальных мероприятий, в том числе на территории Чеченской республики, Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики, Республики Северная Осетия, а также Республики Южная Осетия. Свыше 50 сотрудников отдела были награждены государственными и ведомственными орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленными при выполнении боевых задач. Иди, награждены орденами мужества Костерна, капитан Саинцу и лейтенант Дикаренко. 15 бойцов отдела специального назначения имеют право ношения драпового берета. Отдел специального назначения «Штурм» УСИН России в Ярославской области создан 19 августа 1991 года. За весь период отдела сотрудники 15 раз принимали непосредственное участие в контртеррористических операциях. За мужество и отвагу из них 7 человек, ордена мужества, 22 медали за отвагу, 10 медалей Суворова, 8 медалей за отличие в охране общественного порядка, 6 медалей ордена за заслуги перед Отечеством. Межрегиональный учебный центр спецназа является коллективом единомышленников и профессионалов своего дела, которые готовы выполнить любую задачу в любое время и в любом месте. Ah,
Кокарев, полковник, до недавнего времени командовал вашим замечательным центром спецназа. Аплодисменты спецназа. Ну, а нас с вами ждут очень много ярких впечатлений, сюрпризов. Вот, например, посмотрите, здесь натянута проволока. Это значит, что перед вами сегодня будут выступать канатоходцы, а также иначе. Мы же с вами живем в горах Кавказа. Значит, канатоходцы должны поделиться своими сюрпризами. А кроме этого, нужно помнить, что...